Здравствуйте. Сегодня делаем маску омолаживающую. Для этой маски нужны эти ингредиенты. Сок алоэ, семена льна и овсяные хлопья в измельченном виде. Вот для этого маску мы берем 2 чайные ложки сока алоэ, добавляем туда 1 чайную ложку семена льна, 1 чайная ложка овсяные хлопья. Все хорошо перемешиваем. Добавляем туда 5 капель витамин Е. Перемешиваем с кисточкой и наносим на все лицо. По массажным линиям держим 20 минут. Через 20 минут смываем с комнатной температурой водой. Очень маска хорошая, эффектная. Очень хорошо омолаживает, убирает морщину. Все. Всего вам доброго!